что, так идите. Для эпичности на острова. Как хотите. Давайте на дом. Острова. Все летят еще до сих пор. А что, на Бальдер никто не полетел, на Фригу? Ну да, и все летели, главное, на самолете. Так, какие-то сзади чуваки на деревню падают, вижу. Больше не вижу никого. Я имел в виду вообще вот далеко, вот туда. Вторая броня. Один. Сейф нет. То ячейки бегу. Ага. Крючок. Так, еще броня. Или там тяжелый? Не, нет, тяжелый-то я и забрал, естественно. Ага. Кто-то, кстати, хотел бы ГО третий. Да. У меня есть, поменяю на что хочешь. Нет, где первый есть? Да, давай. А я тебе могу второй дать в гейле. А, ну тем более. Че, пойдем убивать их? Да, иди, не что. Под дамбы не смотрели? Нет. Двести. Вот еще пачку. Так, ну тут лутано. А внизу я что-то не пойму. А внизу как будто сидит. Так, ну куда они могли? На антенну пойти? Ну да. Давайте вот, вот через эту горку пройдем. Точку А берут. Далеко. Хотя не очень. Ну, кстати, они очень медленно берут. Это вот мне вообще непонятно, как все разлетели, потому что все сидели до последнего. А, вижу дроп. Падает. На прибыль? Или нет? Да, давайте вот туда попробуем.
где дроп. Если на огне будет какая-нибудь снайпа или ППХ, я... А, беру. А, стой, второй. А что у вас по ПП с патроном? Малек могу, кидаю. Нет, я 35 готов. Дроп лежит. Тебе ПП забрал. Подожди, не было же самолета, да? Где? 2 кила, не было самолета, 2 кила, пока один из пистолетов. Самолета я не помню, чтобы он был. А с чего ему быть? Он летит только когда это первый зон. Ну да. Ну пойдем чуть левее. Пошли тогда вообще. О, понял. По нам или по кому? Нет, нет. Не спешите. Я не вижу, куда он стреляет. Вот, вижу. Ага, небо, вижу, он спускается. Он просто в небо стреляет. Машина едет справа, аккуратно. Давайте чуть обратно оттянемся и правее просто обойдем их спину. Один спустился, я остальных что-то не вижу. Вон БТР, и вон остальные. Ага. Так, давайте сюда тогда перейдем. БШК, я не понимаю, по-моему, видит нас. Кто? БТР. На мне. А. Андрюх, понял. Мы... Близко? Окей, возвращаемся вот сюда пока. Смотри, что под точкой не справляйся. Еще что-то едет. Бетру, бетру едет отсюда. Готов по бетру дать шот. А, они вот вдалеке. Вон он бегает. Подожди, справа-то люди были. Угу. Зона, смотрите, как бегла. Я вот их не вижу. А, слушай, бетер стоит. Да. Давайте на бетер заходим через справа, да, пошли. Пойдем. Что-то чудеса какие-то. Угу. Какая-то катка непонятная. Все летели, что-то прыгали. Он умер. Вот этот тип, которого ты да. Его убил тот тип, которого ты убил. О, да. Поехал. Да, да, да. О, поехал, да. Стреляю сразу. Да, да, да. Один ног справа. Так, ну они что, вдвоем были? Ну, но мы добивали их. Значит, которые спустились, получается. Нет? Да мне казалось, что это они и были. Блядь, и дроп еще. Ну, левый. Ё-моё, где он напугал меня. Пластинки. 70 СТГшек. Так, а есть СТГшек? Не видели? Сама СТГшка. Я не видел. Подожди, что-то рвется внизу.
отдать СТГшку первую. Да не, не, Андрюк. Дроп так и не забрали. Это что за пиздец? Сбегаем, ребят, что там узкое место, может, все-таки дроп. Да не, забей. Время уже нет. Подставляться. Да ладно, 40 секунд еще кирю. Так ради дропа тебе, ну, что-то не хватает? Ради дропа не хватает. Да забей, давай пойдем воевать. Так, ну на точке А были люди. По-любому. Они вот в сторону башни бежали. Ну вот пойдем к ним. Ну и что-то рвалось на фриге на самом деле. Не знаю, это что. Красный стен и второй Соми. Красный стен дашь мне? Да. Тихо, тихо. Спасибо. Пусти за понятно, все открыто. Тебе захватить СТГшки? У меня есть. Не-не, Андрюх, у меня 180. Надо стриги проверить, идет кто-нибудь или нет. Давай. А чё, ППшки не, ты не скидывал? Кинул часть тебе. А, я у тебя, я ж понял. Просто, может, возьмешь больше СТГшек? Не-не. Я могу немного ПП дать. Дай, пожалуйста. Там бывает. Да ё. Вот, всё, я нормально. Короче, я никого не вижу. Ну единственное, куда они могли уйти, это вот туда. Я сейф кручу, парни. А, тоже так, окей. Я просто думал, осмотреться сверху на тут сейф. БТР стоит справа внизу. Да, постой. Там какие-то трассера. Да, да, да. Тоже залез на башню. А вот тут только что челик засветился, где желтый мир поставил. О, вот для арта. Давайте перейдем на сосед. Да. Хотя подожди, зачем? Может быть и не надо? Хотя, если хотите воевать, то пойдем туда сразу. Да, пойдем. Наверное, вот туда. Да, 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 к ней. Нет, нет, нет. Вот где арта, там воюют два последних склада. Я тебя понял. Ну они, кстати, друг друга разматывают, ребят. Один оторвал этого СС-ника, а СС оторвал этого. Один, три, восемь. А может быть это и не два последних были? Чуть-чуть зайдем, ага. Может нам на это, на башню нужно? Точку. Не, не надо, не надо, точку дадите. Блядь, я напалился, сорян. Ну они не видели, наверное. Да, да, я пошел, короче, окучник, ребят, я в башню. Окей. Вижу. Пустой. Вот там стоит не пустой. Ага. Но у меня ближний бой, я так что да, смотрю. Уже. Вот они внизу, о, отряд целый. Не пустой, взорвали. Угу.
Они там воюют. Ну да. Но им идти-то. А, они в зоне. А слушайте, может пойдемте, а? Да вот я тоже думаю, вот там вот этот холм. Пойдемте, пойдемте. Стакан они оставили. Вот это они зря сделали. Не факт, конечно, но мне кажется, он пустой. Пустой, но они из него не стреляли. Вот здесь люди. Угу. Он дымит же, Андрюх. На мне. Вот здесь оторвать надо этого. Ну, левый. По огню двое бегут. Оба без брони. Арту надо. Налево крутит. Сзади как пришли. Люди как пришли. Ходим из арты. Да-да, пытаюсь. Наверху был челик один минимум. Давайте поднимемся. Если я не ошибаюсь, с огня налево крутили. Черт, да. Это они выходят, видимо. Нам надо верхнего убить, парни, как-то. А где он был? Не знаю, то ли с башни, то ли вот отсюда. Вот он, вот здесь вот. Он свет скинул отсюда. Понял? Вот он, вот тут внизу. Вот тут. Да, 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 да. Без брони? Так, одиночка. Ниже еще выходит. Вот они. В огне. Раздел нас внутри. Одинок. Слушайте, наверное, надо отдыхать уже, мне вот что-то глаза закрываются. Да, 4 утра. Давайте, я думаю, на хорошей ноте закончим.